Лодочная суперстоянка. Вон какие-то необычные мужики ходят. Можно сказать, этот пикник с мангалом. Там какая-то вкусняшка для чая. Наш водитель. Мы отвоевали лодку за 500 рублей. С таким водителем. Колоритным. Чаечная наживка, чтобы за тобой чайки носились. Так, не знаю, что это. Вот есть такая палочка, вот вам как? Аппетитно выглядит? Чайкам не очень аппетитно, как выяснилось. Кидаем, они игнорируют. Смотрите, нам чаек зовут. Как щенков они также зовут. Деревянные весла сделаны из бамбука. Резида эксплуатирует работников. Мы плывем на точку, где соединяются три реки. Ганга, Ямуна и какая-то третья. Ямуна? Окей. Три реки. Надо почитать. Так, это такой барьер нас разделяет с Гангой. Нам дали три кокоса, как три символа реки. Цветочки и благословение от мужчины. Скоро кокосы поплывут. Все, мы пошли просить благословение у трех рек. Или не знаю, как это называется. Один за другим. Моя душа волонтера просто плачет, но я тем не менее загрязняю. Ну ладно, они настоящие. Это органика. Знаете, я поняла, я такая нервная, когда я очень долго не плаваю. Я сейчас вот заземлилась в реке, и мне так хорошо. Меня сейчас никто не раздражает. Говорит сибирский чайк. Удалось найти более-менее голодных чаек. Все мужики отзывают наших чаек. Смотрите, они их зовут так же, как щенков. Ау-ау-ау.